12-я летняя спартакиада учащихся России проходит во многих городах нашей страны. И впервые в Барнауле финал по трем видам спорта – шахматы, кикбоксинг и гребля на байдарках и каноэ. Для каждого из юных участников эти старты могут стать отправной точкой в большой спорт. Все спортивное сообщество понимает то, что нам нужно готовить всегда резерв, потому что рано или поздно все равно мы будем участвовать на Олимпийских играх. И, быть может, вот эти вот ребята будут и участвовать уже к следующей Олимпиаде, готовиться. И это вот тот возраст, который нужно поддержать, который создать условия, чтобы они видели и стремились повышать свое спортивное мастерство. Раньше всех начнут баталии шахматисты. Противостояние команд из 16 регионов страны начнутся уже 3 августа в краевом шахматном клубе. В составе каждой сборной двое юноши и две девушки. Соревнования будут проходить по швейцарской системе в 7 туров. Далее кикбоксинг. Файтеры будут выяснять отношения на ринге 7 и 8 августа. Встречи начнутся с 1/8 финала и с 10 утра. Поединки будут проходить в спортивном комплексе «Победа». Что касается соревнований по гребле на байдарках и каноэ, то турнир пройдет с 7 по 10 августа на дистанциях 1500 метров. Алтайские спортсмены уже приступили к тренировкам, а вот гости прибудут в Барнаул 6 августа и уже в этот день выйдут на воду. Начиная с завтрашнего дня, мы будем знакомить вас с видами спорта более подробно. Не пропустите! Дмитрий Дроздов, «День с толком».